Итак, народ, всем здорово. В общем, это видео, это продолжение очистки дворников. То есть, какие дворники чистит лобовое стекло намного лучше, какие марки можно выбрать и так далее. Вот сейчас покажу наглядный пример. Я проездил уже весну не одну тысячу км. Здесь у меня стоит вот эта вот Альца, или как она, Алька, или как-то так называется. А здесь стоит Чемпион на водительской стороне. И вот смотрите сами. Все, уже чисто. Здесь еще грязь. Ну, еще разводы. Здесь уже чисто. То есть на два хода Чемпион чистит, прям убирает вообще всю воду. Это еще при условии, то что сам поводок, ну, прижимается довольно-таки не сильно. Смотрим еще раз. Уже чисто, с первого раза убирают. А этот вот только на третий раз убирает все. В общем, ребята, что могу сказать я вам? Вот такие вот дворники чемпионовские, самые ништяцкие. Видим, да, Чемпион. Сейчас давайте выйдем, посмотрим. Так, ну и вот, народ, чемпионовские. Объясняю еще раз. Вот эта вот часть состоит из пластика. Вот эта вот она идет. А вот эта вот одна единственная часть из железа. Соответственно, они у вас не потеряют вид, будут всегда блестеть. И самое важное, то что они у вас не будут не подкисать, ничего, не закисляться, а будут всегда хороший будет ход у них, во-первых. Хороший ход и прижим. То есть во всей траектории. Так. Это у нас дворник фирмы Альца или Алька, называйте его как хотите. То есть он полностью весь из железа. Весь. Все у него части, даже вот эти вот маленькие, они все из железа. И, соответственно, как видим, ход у него маленький. Ход. И, как видите, по результату чемпионовский убирает всю воду с первого раза. А это только с третьего раза. При том, что оба дворника новые. Ну, в общем-то, как-то так. Всю весну я проездил. Эта водительская сторона чистит всегда отлично. И хотя вот даже у поводка здесь прижим намного сильнее, чем вот здесь. Вот здесь вообще маленький. Но, блин. В общем, ребята, всем рекомендую чемпионовские. Покупайте Чемпион. То есть чисто мой совет вам. Не реклама, ничего. Чемпионовские самые ништяцкие дворники. Ну, конечно, я имею в виду из бюджетных. Конечно, есть намного еще лучше. Но вот из бюджетных, из недорогих, чемпионовские темы. Ну все, всем счастливо, всем пока. Ставьте пальцы вверх.